Он пришел на берег теплого моря к вратам тысячелетней Ромейской империи, и вот врата рухнули под его пятой. Его воля подвластны люди и боги. Его имя означает «Великий Властитель», и вот весь мир лежит у его ног. Сын легендарного воина, он превзошел отца и в боевой удаче, и в военной хитрости. Рожденный рабыней, он вырвал власть у старших братьев. Он был ненасытен и в войне, и в любви. И не было его желанием ни преград, ни пределов. Он собрал воедино разрозненные земли и создал огромное государство, посягнуть на границы которого не смел никто. На севере о нем пели скальды, а на Руси слагали легенды о князе Владимире Красносолнышко, великом правителе страны, называемой «Русская земля». Слава князя Владимира и сила его превзошли все мыслимые пределы, и нет под небом ничего, что могло бы его остановить. Что почувствовал этот человек, когда свет внезапно стал меркнуть перед его глазами? Что почувствовал этот властитель, когда стал бессильным слепцом? Так на краю небытия начиналась Русь. И не было ни одного случайного шага на этом пути. Как говорят, когда апостол Андрей учил в Синопе, узнал он, что недалеко от Корсуня есть устье Днепра. И случилось так, что он пришел и стал под горами на берегу и сказал ученикам: «Видите ли горы эти? Так на этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И, взойдя на горы эти, благословил их и поставил крест, где впоследствии будет Киев. Он был первым человеком, кто откликнулся на проповедь Христа. Апостол Андрей Первозванный жил и учил в самом начале новой христианской эры. И только через 5 столетий после его смерти в ту землю, где встанет город Киев, придут племена, называющие себя славяне. Славяне – племена индоевропейской группы, населяющие Центральную и Восточную Европу с 5 века нашей эры. Само название звучало изначально как «словене», владеющие словом, то есть говорящие на понятном языке, в отличие от германских, финно-угорских и других племен, по соседству с которыми они расселялись. К 8 веку восточные славяне колонизировали огромную территорию от Причерноморья до Ладожского озера. Сели славяне по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами. Иные назвались палачанами по речке, именуемой Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем славяне. Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов, и предания, и каждое свой нрав.
Ничего общего, кроме языка, у славянских племен не было. Существовали они сами по себе, не особенно считаясь соседями. И хотя все славяне обожествляли силы природы, верили в существование опасных духов и почитали умерших предков, у каждого племени был собственный пантеон языческих богов. Слово «язычество» происходит от слова «язык», то есть «народ». Человек до христианской эпохи жил окруженный злыми силами, а его боги были не всемогущи и требовали жертв. В основе взаимоотношений с богами и духами лежала сделка: «Я жертвую тебе ценное, ты в ответ мне помогаешь или не вредишь». Чем более важными были обстоятельства обращения, тем более ценной должна была быть жертва. При раскопках древних святилищ археологи иногда находят человеческие черепа, в том числе детские. В середине 8 века, там, где в Ладожское озеро впадает река Волхов, появилось славянское укрепленное поселение, которое финны называли Аладыйоги, скандинавы – Альдегия, а сами славяне – Ладога. Со временем поселение превратилось в процветающий торговый город, хорошо известный во всей Северной Европе. Наращивались торговые обороты, увеличивалась прибыль, а вместе с ней росла и алчность купцов, воинов и вождей. Каждому племени казалось, что ущемлены именно его интересы. Всем хотелось иметь большую долю в пошлинах, которые платили купцы, проходящие по рекам. И вот настал момент, когда давняя вражда выплеснулась наружу и покатилась, как раскаленная лава, выжигая все на своем пути. И остановить ее было некому. Не было среди них правды. И встал род против рода, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали: поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море, к варягам, к Руси. Слово «Русь» по наиболее обоснованной версии происходит от финского «роутси» – «гребцы» – команда гребного судна, которая восходит к древнескандинавскому корню «рус». Средневековые арабские авторы называли «ар» – «рус» – скандинавских купцов, которые отличались необыкновенной предприимчивостью и редкой для торговцев военной выучкой. Они всегда появлялись внезапно. Они внушали панический ужас. Их легкие маневренные боевые корабли могли причалить в любом месте. И на берег мгновенно высаживалась дикая ватага. Несколько десятков вооруженных до зубов головорезов. Уже полторы сотни лет ярость норманов, которые называли себя викингами, была кошмаром всей Западной Европы. Старики хорошо помнили эти корабли. Помнили, как они уходили утыканные стрелами. И как отражалось в кровавой воде Волхова зарево пожарища. До каких же пределов нужно дойти, чтобы самим позвать в свой дом разбойников? Но дошли. Дальше идти некуда. Конунг был уже не молод. За плечами осталось немало славных походов.
Мог бы жить спокойно на своем хуторе в окружении множества домочадцев и воинов. Но что это за жизнь? И вот пришла удача, откуда не ждали. Его призвали на землю, что ключом запирало начало великих торговых путей, и предложили на ней княжить. Имя русского князя Рюрика. После долгих споров, что входит в обязанности князя, Рюрик и его дружина заключили с Ладогой договор и принесли клятву верности. Скандинавы называли такую клятву Вэр. И теперь они уже были не викинги-пираты, но вэринги или варяги-наемники. Чтобы избежать недоразумений между варягами и местным населением, Рюрик потребовал строить крепость для себя и дружины за пределами Ладоги, выше по реке у истока Волхова. Спустя несколько лет рядом с резиденцией князя вырос новый город, который так и назвали – Новгород. Расцвет Ладоги остался в прошлом. Новгород стал столицей молодого государства, объединившего разные племена и народы. Скандинавские воины-варяги влились в это государство, как река вливается в море. Они были чужаками, но уже через поколения своим детям они станут давать славянские имена. Они искали славы и серебра, а нашли себе новую родину. И, слившись до неразличимости с местным народом, для всего мира они явятся Русью. Под контролем новгородского князя оказалась огромная территория от Балтики до притоков Волги. Через эти земли издавна шел Великий Серебряный Путь, который начинался в скандинавских городах, шел через Ладогу, по рекам доходил до Волги и дальше в Каспийское море к персидским рынкам. Туда купцы везли меха, мед, воск, хлеб и рабов, обратно ткани, оружие и арабские серебряные монеты. И уже начинал действовать другой путь – из варяг в греки, по Днепру, в Черное море и дальше к заветному Царьграду – Константинополю, столице Византийской империи. Византийская империя – государство, образовавшееся в IV веке нашей эры после раздела и падения Римской империи и унаследовавшее античную цивилизацию и культуру. К IX веку занимала огромную территорию в Малой Азии, Греции и на Балканах. В сферу ее влияния входили также земли Восточного Средиземноморья и Закавказья. Византия была одной из самых крупных стран тогдашнего мира. Подданные империи, независимо от национальности, говорили на греческом языке, называли себя ромеи, то есть римляне, а свою страну – Василия Ромеон, то есть Римская империя. Название «Византия» появилось намного позже в трудах историков и происходит от слова «Византий». Так первоначально назывался город, ставший столицей империи под именем Константинополь. На Руси империю называли «Греческое царство», а столицу ее – Царьград. О невероятной красоте и роскоши греческой столицы по всей Европе ходили легенды. Якобы крыши домов там из чистого золота, а дворцы из драгоценных камней, и даже деревья усыпаны золотыми яблоками. Скандинавы называли его Миклогард – «Великий город». Для них это был город-мечта, наполненный сказочными сокровищами, куда стремился попасть любой воин, не для грабежа. На это никто не решался, а для прибыльной торговли или возможности наняться на службу в императорскую гвардию. Но дружинники Рюрика, Аскольд и Дир задумали военный поход на великий город. За 3 года в Киеве собрали огромное войско. Благодаря купцам-разведчикам было известно, что византийский император со всем войском в это время воевал с арабами.
Единственной защитой Константинополя оставались мощные стены. Проникнуть на земли империи со стороны моря было практически невозможно. Поэтому в Константинополе только понаслышке знали о страшных северных варварах, которые где-то далеко на западе грабили франков и англов. И когда однажды на рассвете из безмятежной голубой дымки внезапно появились десятки незнакомых кораблей, стремительных как морские драконы, горожане бросились на стены рассматривать пришельцев. Ничего страшнее видеть им еще не приходилось. Помните ли тот час невыносимо горестный, когда приплыли к нам варварские корабли? Когда они проходили пред городом, неся гребцов, поднявших мечи? И неожиданность нашествия, и необычайная быстрота его, и свирепость нрава варваров – все это доказывает, что этот удар, как молния, ниспослан с неба. Патриарх Константинопольский Фотий – знаменитый византийский богослов армянского происхождения. Человек энциклопедической образованности и огромного литературного таланта. Причислен к отцам церкви, прославлен в лике святых. В момент нашествия русов на Царьград он в отсутствие императора фактически возглавил оборону города. Своими гомилиями, проповедями утешал и укреплял впавших в панику жителей Константинополя. Аскольд и Дир не рассчитывали взять город штурмом. Они собирались разорить незащищенные стенами предместья и, напугав горожан, взять с них богатые отступные. Поэтому грабеж пригородов проходил с крайней, необычной даже для викингов жестокости. Это была показательная акция устрашения. За стенами стоял неумолчный стон. Храмы не вмещали молящихся. Люди падали на колени в своих домах и на улицах, где придется, и шептали, кричали, вопили. «Кирия Элейсон, Господи, смилуйся!» Почерневший от горя патриарх Фотий, воздевая к небу дрожащие руки, служил молебен в церкви, где хранились великие святыни – Риза и покров Пресвятой Богородицы. Затем, вынеся с пением гимнов святой покров Богородицы, они окунули его краем в море. И хотя стоял штиль, сразу же начались порывы ветров. И на спокойном море волны стали громоздиться друг на друга, и суда безбожных росов были разбиты. Так что лишь немногие избежали опасности. За стен волнами наплывало ликующее тысячеголосое пение. Взбранной воеводе победительное. Константинополь пел акафист Богородицы. Хвалебную песнь, написанную более 200 лет назад, после очередного спасения великого города от захватчиков. Как это могло произойти? Им ли, морским бродягам, не знать, никогда не рождается буря в спокойном море? Кто вызвал из бездны древних чудовищ, чьи жадные пасти сожрали и корабли, и людей? Перед самым штормом сквозь дым пожарищ было видно, как шли по стенам греки в горящих золотом одеждах, пели и звали своего бога, живущего, как говорят, в этом городе. Неужели он услышал и помог им? Неужели он оказался сильнее всех богов Севера? Сильнее стихии, сильнее всего на свете? Это было невозможно, но несомненно. Когда архонт этого племени собрал подданных на сход, призвали Иерея. И после того, как он, протягивая книгу Евангелия, возвестил им о некоторых чудесах Спасителя, росы тотчас сказали: «Если и мы не увидим подобного, не будем верить тебе». Иерей, воздев глаза и руки к Богу, изрек: «Прославь имя Твое, Иисусе Христе, Бог наш, и ныне в глазах всего этого народа». И книга Святого Евангелия была брошена в огненную печь. Когда печь была потушена,
обнаружили, что книга осталась неповрежденной. Видя это и поразившись величию чуда, варвары без колебаний приступили к крещению. В это время в западнославянской Великой Моравии греческие монахи-миссионеры старательно выводят на пергаменте новые незнакомые буквы славянской азбуки. Они разрабатывают алфавит, переводят священные богослужебные тексты. Вместе со своими учениками начинают служить литургию на славянском языке. Отныне и навсегда славянский мир получит литературу. Вначале переводную, но вскоре и оригинальную. В древнегреческой легенде Прометей принес людям огонь. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий сделали для славян больше. Они подарили им слово. Братья Кирилл, в миру Константин по прозвищу Философ, и Мефодий, в миру Михаил, архиепископ Моравский. Христианские проповедники и миссионеры, создатели славянского алфавита и письменности, почитаются в лике святых, как православной, так и католической церковью. За 20 лет своей совместной деятельности перевели на славянский язык основные богослужебные тексты и все канонические книги Ветхого и Нового Завета. Просветители славян Кирилл и Мефодий будут почитаться всеми православными церквями мира как равноапостольные. Салонский диалект, на который они переводили священное писание, станет основой церковно-славянского языка православного богослужения в Болгарии, Сербии, Черногории, Польше, Украине и России. Но после смерти Мефодия оставалось еще 100 лет до того момента, как новый равноапостольный святой появится на Руси. Аскольд и Дир после Царьграда не вернулись к своему князю Рюрику в Новгород. Они остались в Киеве, который стоял на середине этого пути. Княжить в Киеве для них означало владеть всей транзитной торговлей на пути из Варяг в Греки. Новгород быстро почувствовал угрозу со стороны самозванных князей киевских. Для Рюрика они стали преступниками, которых следовало покарать. Но сил на дальний поход у старого князя уже не было. Шло время. У него родился сын Игорь. Сам же Рюрик тяжело болел и искал человека, кому бы смог доверить судьбу своего наследника. Новгородская земля была снова близка к смуте. В год 879 умер Рюрик, передав княжение Олегу, родичу своему, и отдав ему на руки сына Игоря. И пришел Олег к горам киевским, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что де «Мы купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир пришли, сказал Олег: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря. А это сын Рюрика. И убили Аскольда и Дира. Убийцей первых христианских правителей будущей Руси был человек, возможно, самый загадочный во всей русской истории. Фигуру человека, стоящего у истоков древнерусской государственности, можно было бы назвать темной.
Но в историю он войдет под другим именем. Ясновидящий, прорицающий будущее. Говоря одним словом, вещий. Олег был не князем, но воеводой. Умирая, Рюрик именно ему оставил своего малолетнего сына Игоря и власть в новгородской земле, пока Игорь не войдет в совершенные лета. За несколько лет Олег железной рукой навел порядок в новгородских землях. И вскоре в Новгороде ему стало тесно. Собрав огромное войско, он пошел на кораблях по речному пути из Варяг в Греки. В крупных городах, племенных центрах Кривичей и Северян, он останавливался и предлагал князю и старейшинам идти под свою власть. Отказаться не посмел никто. Молодое государство расширялось с той же скоростью, с какой по Днепру шел флот Олега. Дойдя до Киева и избавившись от Аскольда и Дира, Олег остановился. «И сел Олег, княже в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским“. И были у него варяги и славяне и прочие, прозвавшиеся Русью». Поход Олега объединил два центра – Северный Новгород и Южный Киев. Так начался отсчет государства, которое назовут русским. Слово «Русь» к тому времени уже означало не гребцов, а дружинников витязей, окружавших князя, лучших из лучших, войти в число которых считал за честь любой воин. Не пройдет и 100 лет, как русское государство станет самым большим в Европе. Но пока западноевропейские страны не знали о силах, зреющих в далеких лесах. Зато забеспокоились ближайшие соседи – хазары. Хазарский каганат – одно из самых крупных и могущественных государств Евразии того времени. Верховный правитель назывался каганом, но власть его была номинальной, а реальная принадлежала беку, царю из рода буланидов. Двойное правление установилось, когда власть в стране захватил военачальник Булан. В середине 8 века он принял иудаизм, который стал религией правящей верхушки каганата. К 9 веку хазарский каганат контролировал огромную территорию от Поднепровья до Аральского моря и от Муромских лесов до Закавказья. Ядро каганата находилось в Поволжье, а на остальных землях хазары ограничивались сбором дани с местных племен и карательными походами в случае крайней необходимости. Дань хазарам платили почти все поднепровские славяне, кроме древлян. Это племя было самым воинственным. Древляне могли дать отпор любому и сами не пренебрегали разбоем. Особенно страдали от их регулярных набегов соседние поляне. До тех пор, пока в Киеве не появился Олег. Начал Олег воевать против древлян и покорил их. В год 884 пошел на северян и победил северян. И не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их, и вам им платить незачем». Постепенно все Поднепровье было выведено из сферы влияния хазарского каганата и вошло в состав молодого русского государства. На новых землях киевский князь ставил новые крепости, в которых размещал варяжские гарнизоны небольшой численности, зато высокой боеспособности, для защиты от возможных хазарских набегов. Олег стал собирать войско из всех подвластных ему племен. Он готовился к походу на заветный Царьград. Целью его был не грабеж и не богатые отступные. Разбойные времена Аскольда и Дира остались в прошлом. Олег намеревался добиться от греков признания русского государства и надежного обеспечения международной торговли. Об этом походе до времени знал только он сам и его подросший воспитанник, князь Игорь Рюрикович. В год 907 пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял же с собою множество
варягов, и славян, и чудей, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей. И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях. Флоту Олега предстояло пройти по Днепру 950 километров до впадения реки в Черное море. Самым опасным участком были пороги. Часть русла длиной 65 километров, шириной до 960 метров, где 9 значительных выходов гранитных пород делали судоходство невозможным. Высота падения воды с некоторых скальных уступов достигала 5 метров, а скорость течения — 4 метра в секунду. 8 раз больше, чем на других участках реки. Чтобы преодолеть пороги, приходилось тащить корабли вдоль берега по воде или по берегу волоком, подкладывая смазанные салом доски и бревна. Порог столь же узок, поэтому набегающая и приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, издает громкий страшный гул. Ввиду этого росы не осмеливаются проходить между скалами, но причалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив в челнах, затем нагие, ощупывая своими ногами дно, волокут их, чтобы не натолкнуться на какой-нибудь камень. Так они делают. Одни у носа, другие посередине, а третьи у кормы. И с крайней осторожностью они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Преодолев пороги, мимо островов Хортица и Березань, флот выходил в Черное море и шел каботажным способом, то есть вдоль берегов до пролива Босфор. Затем нужно было попасть в узкий изогнутый залив Золотой Рог, на берегу которого стоял Константинополь, Царьград. Но это оказалось невозможным. Греки знали о том, что на них идет огромный флот русов. И очень хорошо помнили, как 40 лет назад северные разбойники едва не взяли великий город. На этот раз Константинополь подготовился. Золотой Рог со стороны Босфора был перегорожен гигантской цепью, которую ни один корабль преодолеть не мог. А выходящие на Босфор стены были абсолютно неприступными. Горожане спокойно наблюдали, как флот северных варваров остановился у входа в залив, и корабли, казавшиеся с высоты стен жалкими суденышками, стали приставать к берегу. Варвары бестолково суетились, почему-то разгружали свои корабли и зачем-то выволакивали их на сушу. Такого греки еще не видели. Сотни кораблей, развернув паруса, шли по суху, как по воде. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Никто не успел опомниться, как под невысокими стенами со стороны Золотого Рога оказалось огромное войско, готовое идти на штурм. Солнце, отражаясь в броне, слепило глаза. Ряды воинов казались бесконечными. Олег медлил. Он давал грекам время осознать ужас своего положения. Солнце жгло, доспехи накалялись. Наконец открылись ворота, и из города вышли послы предлагать отступные. Но Олег пришел сюда не за подарками и не за добычей, какой бы большой она ни была. И вынесли ему пищу и вино. Но не принял он вина, так как было оно отравлено. И испугались греки, и стали просить мира, чтобы не воевал греческой земли. Олег согласился заключить с Византийской империей мирный договор с обязательством уплачивать русам ежегодную дань. Но главным условием поставил неслыханные торговые льготы и права для прибывающих в Константинополь русских купцов. За всю свою историю империя еще никому, а тем более варварам, не предоставляла таких преимуществ, как право беспошлинной торговли в Константинополе.
Олег добился всего, чего хотел. И перед тем, как увести свое войско от стен великого города, не удержался от эффектного жеста. Велел прибить над городскими воротами свой боевой щит, и Олеговы воины преисполнились гордостью за своего князя. Греки не были знакомы с варварскими обычаями, но этот знак они поняли. Щит на воротах означал, что Олег обещает этому городу, столице тысячелетней империи, свою защиту и покровительство. Через 5 лет Олег пришлет в Царьград свое посольство, подтвердить договор, как это положено у греков. С греческой стороны его подпишут императоры Лев и Александр, с русской стороны – дружинники Олега. Договор будет означать, что Византийская империя официально признает существование и законность русского государства в границах, установленных Олегом. Олег вернулся из похода на Царьград не просто победителем, живой легендой. Слава бежала далеко впереди его войска. Люди передавали друг другу удивительные, невероятные известия, которые сразу обрастали сказочными подробностями. О щите на вратах Царьграда, о волшебных кораблях на колесах, о вероломных греках, которые хотели опоить князя отравленным вином, а он разгадал их козни. И не имело никакого значения, было ли на самом деле отравлено то вино, и почему Олег счел нужным отказаться от церемониального подношения. Отныне и навсегда он стал называться Вещим. Слово «вещий», восходящее еще к прославянскому языку, означает «мудрый, ясновидящий, владеющий тайным знанием». Славяне называли вещунами прорицателей. В скандинавской традиции ведун, вёльф, был посредником между мирами и мог видеть все грядущие события, кроме собственной смерти. Спрашивал он волхвов и кудесников, отчего я умру. И сказал ему один кудесник: «От коня твоего любимого». Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него, и не увижу его больше». А когда вернулся в Киев, призвал он конюха и спросил: «Где конь мой?» «Умер», — ответил тот. Олег же приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?» И наступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И оттого умер. Человек, вошедший в историю как Вещий Олег, когда-то пришел из-за моря в чужую страну в поисках серебра и славы. И серебро, и славу он добыл в избытке. И не только себе, но и той земле, которая отныне стала его родиной. И вот когда умер этот муж, то сказали его женам, кто умрет вместе с ним. И сказала одна из них: «Я». Девушка поставила обе свои ноги на руки мужей и поднялась над этой обвязкой и говорила: «Вот я вижу моего господина, так ведите же к нему». И они прошли с ней в направлении к кораблю. Потом 6 мужей совокупились с девушкой и говорили ей: «Скажи своему господину, право же, я сделала это из любви к тебе». Мужи начали ударять по щитам, чтобы не был слышен ее крик. Потом положили ее на бок рядом с ее господином. И пришла старуха, которую называют «ангел смерти». И наложила старуха ей вокруг шеи веревку и дала ее 2, чтобы тянули. И старуха начала втыкать кинжал между ее ребрами и вынимать, пока она не умерла. Потом явился ближайший родственник мертвеца, взял факел и зажег. Он сказал: «По любви Бога к нему он послал ветер, так что возьмет его в течение часа». И принялся огонь за корабль, и мужа, и девушку. Подул большой ужасающий ветер, и разгорелось неукротимое воспламенение. Вещий Олег – первый русский князь, в реальном существовании которого нет никаких сомнений.
Однако личных сведений о нем не осталось. Даже настоящее имя его неизвестно. Олег – это славянская форма скандинавского слова «хельги», что означает «священный», «любимец богов», но также «вещий». И смерть Олега – это тоже легенда. Курганы, называемые Олегова могила, есть и в Киеве, и в Ладоге. Другие же сказывают, что он ушел за море. Как это могло произойти? Князь Владимир Киевский, который побеждал всегда, вдруг сам оказался побежденным. Он добивался всего, чего хотел. И теперь потерял все. Он взял древний Корсунь, неприступную греческую крепость, и внезапно ослеп. Каменный город у теплого моря сумел отомстить своему захватчику. Владимир вспомнил. Греки, если хотят лишить человека власти, ослепляют его. Кто захотел остановить его, не знающего ни границ, ни преград? Глупые корсунские волхвы, слабые, как женщины. Или, может быть, греческий бог, нарисованный на холодной стене? Все, что оставалось, опуститься в глубину веков и событий, чтобы увидеть далекую зарницу надежды. Юный князь Игорь не мог перейти на ту сторону реки, и позвал он лодочника и велел перевести себя за реку. И когда плыли они, взглянул Игорь на гребца того и увидел, что это девица, совсем юная и красивая. И разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. Она же сказала: «Зачем напрасно позоришь себя, князь, склоняя меня на срам? Знай, лучше мне будет, чтобы глубина реки этой поглотила меня. Так я избегну позора, а ты не впадешь в соблазн из-за меня». Удивился Игорь зрелому ее разуму и, устыдившись, в молчании перебрался через реку. И
Игорь, сын Рюрика, был провозглашен русским князем, когда ему было не более года от роду. Пока он подрастал, вместо него правил воевода Олег. Но вот Игорь стал взрослым и все продолжал ходить за Олегом в походы от древлянских лесов до Греческого моря и слушать его во всем. Дружина посмеивалась. Княжич Перестарок. Его так и называли Игорь Старый. Он уже давно разменял четвертый десяток, но оставался всего лишь тенью великого вещего Олега. Ни одного решения ему не довелось пока принять самому. Даже жену для него выбрал Олег, недаром прозванный Вещим. Игорь уже вошел в совершенные лета. Он должен был стать в Киеве полновластным князем. А князю нужна княгиня. Девушкам, свезенным в Киев со всех русских земель, Олег объявил: невестой станет та, кто принесет жениху гостинец, но придет без подарка. А Игорь все думал о той девчонке. И ведь даже имени ее не спросил. Их было много. Статные славянки и стройные варяжки. Строгие и смешливые. С косами, как серебро, и как смола, и как спелая рожь, и как осенний лист. Никто Олегову загадку не разгадал. Уже под вечер привели девицу родом из Пскова. Не улыбалась, косу в смущении не теребила, руки держала ковшиком перед собой. Подошла поближе и сказала тихо: «Вот тебе, княже, мой гостинец», и руки разжала. И из ладони ее взлетела малая птица и растаяла в закатном небе. Перед ним стояла та девушка. Игорь молчал, все смотрел в ее глаза и не мог насмотреться. Наконец просипел перехваченным горлом: «Как звать тебя?» «Ольга», — ответила она. Теперь он, Игорь Рюрикович, должен управлять огромной страной, которую прежде держала только сила и слава вещего Олега. Ныне Олег лежит под огромным курганом. Сила его ушла в песок, а слава осталась в песнях. Хазары только и ждут, чтобы отвоевать присоединенные Олегом земли. В славянских племенах начался разброд. Еще не допили меды на тризне по вещему князю, а покоренные им когда-то древляне уже взбунтовались. Если Игорь промедлит хоть малое время, Русь за считанные годы расползется на куски, как ветхое лоскутное одеяло. Впервые он сам возглавил военный поход. Впервые командовал дружиной, которая прежде усмехалась за его спиной, а теперь беспрекословно слушалась его, своего князя. Князь должен быть щедрым, и сразу после похода Игорь, не скупясь, одарил свою дружину. Хотя для этого и пришлось забрать у древлян едва ли не последнее. Древлянский князь, мал, еле спасшийся от бешеных варягов Игоря, был тих и покорен. Глаз не поднимал, чтобы Игорь не увидал в них жгучую ненависть. Придет время, и мал сполна утолит свою обиду. Потянулись унылые годы, без боевых радостей, без богатой добычи. Одни мелкие хлопоты и недальние походы. Дружина роптала. Старик-то наш не князь, а подкняжек. Великих дел от него не дождешься. Коли князь не боевит, а княгиня не плодовита, зачем они такие нужны? Игорь знал, о чем судачат в Гриднице. Много лет они с Ольгой жили в любви и согласии. Вот только детей у них не было. С каждым годом надежда таяла. Горе тому мужу, кого поразило проклятие бездетности, и горе тому князю, от которого отвернется дружина. Воинам нужны походы, нужна добыча. А если их нет, любой вправе уйти к другому князю.
С годами Киев стал походить на сонное царство. Торговые караваны по Днепру шли все хуже. В Царьграде стали прижимать русских купцов, вопреки договору, вырванному у греков еще вещим Олегом. Нужно было решаться. Идти на Царьград, как Олег ходил. Добыть себе славы, воинам добычи, а богам крови. Может быть, тогда боги сменят гнев на милость и пошлют им сына. После долгой подготовки огромное войско русов вышло знакомым путем на Царьград. Шли медленно. Половина войска двигалась на конях по берегу, то и дело ожидали отставшие обозы. Болгары, союзники Византии, успели сообщить императору Роману о походе русов. Константинополь стал готовиться к осаде. Как и в прежние годы, защиты с моря не было. Греческий флот воевал с арабами. В портах города еле набрали 15 старых хеландий, небольших транспортных судов. Но город успел хорошо подготовиться. Русские корабли ждал греческий огонь. Греческий огонь или жидкий огонь – зажигательная смесь, которой греческие моряки заливали корабли противника при помощи медных трубчатых насосов – сифонов. Был изобретен в 673 году греко-сирийским инженером Калинником. Основными компонентами смеси были негашенная известь, сера, селитра и сырая нефть. При соприкосновении с водой смесь не гасла, а воспламенялась еще больше. Но дальнобойность сифонов была относительно невелика, поэтому огнеметному кораблю нужно было подходить как можно ближе к вражескому флоту. Роман велел прийти к кораблестроителям и сказал им: «Оснастите те хеландии, что остались дома, но разместите устройство для метания огня не только на носу, но также на корме и по обоим бортам». И стали они бросать огонь во все стороны. Русы, увидев это, бросались с судов в море, предпочитая утонуть в волнах, нежели сгореть в огне. Одни, отягощенные кольчугами и шлемами, сразу пошли на дно морское, и их более не видели, а другие, поплыв даже в воде, продолжали гореть. Русские же, придя в землю свою, поведали о происшедшем и о ладейном огне. Будто молнию небесную, говорили они, имеют у себя греки, и пускай ее пожгли нас. Оттого и не одолели их. Это была катастрофа. Уцелела едва десятая часть войска. Сам Игорь чудом спасся из огненного ада Босфора. Никто не позаботился об организации отступления. И по дороге домой остатки войска выкосила дизентерия. В Киев Игорь вернулся с позором. Но ужас, боль и бесчестье было не напрасным. Боги приняли жертву. У князя родился сын. Его назвали в честь великих князей Олега и Рюрика, чьи скандинавские имена означали «святой» и «славный» – Святослав. Он станет великим воином и великим князем, в этом не было сомнений. Но каким Святослав запомнит отца? Дряхлым немощным старцем? Что Игорь оставит сыну? Позор царьградского похода? Нет. Игорь почувствовал в себе силы покорить не то, что греков, весь мир. Он начал собирать новое войско для нового похода. Нанял испытанных воинов из Заморя, варягов, которые на всю Европу славились боевым искусством и свирепостью. И новых воинов, с которыми русские прежде вместе в поход не ходили. Печенегов. Греки называли их панычекиты, арабы – баджнак. Русское название печенеги произошло от слова «беченеги» – потомки бече. Так называли себя тюркоязычные кочевники, к IX веку откочевавшие из глубин Центральной Азии на восточноевропейскую равнину. Печенеги были великолепными наездниками и лучниками. Умели управлять конем без помощи поводьев, просто сжимая колени.
что освобождало руки для стрельбы с седла. Их легкая конница внезапно появлялась ниоткуда, разграбляла все на своем пути и стремительно исчезала в никуда. Печенеги были практически неуловимы, поскольку кочевали круглый год. К началу X века печенежские орды дошли уже до Дона, Днепра, Дуная и вышли к Черному морю. Византийские города Северного Причерноморья были хорошо знакомы с дикой свирепостью паначикитов. И когда стратег Корсуни античного Херсонеса узнал, что князь русов Игорь опять идет на Царьград, и увидел в его войске печенегов, он отправил паническое письмо в Константинополь. На этот раз император Роман не стал испытывать судьбу и ждать варваров под стенами города. Царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег. Прибавлю и еще к той дани». Игорь же созвал дружину и стал с ней держать совет. Сказала же дружина Игорева: «Если так говорит царь, то чего нам еще нужно? Не бившись взять золото и серебро, разве знает кто, кому одолеть? Нам ли, им ли, или с морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской. Всем общая смерть». Дружина уже не верила в боевую удачу своего князя. А греческие подарки, демонстративно разложенные вблизи лагеря, были очень заманчивы. И князь в очередной раз послушался дружину. Он согласился заключить с греками мир. Все подарки отдал своим воинам, печенегов отпустил за добычей в болгарскую землю и вернулся с войском в Киев, к жене и сыну. Теперь уже победителем. Близилась осень, и князь Игорь, как всегда, отправился в полюдье, сбор дани с подвластных племен. С ним шла старшая дружина бояре, а младшую дружину отроков вел воевода Свенельд. Первыми в маршруте полюдья значились земли древлян. 30 лет назад эти земли были заново и крайне жестоко покорены. Война еще не забылась. И дружина не церемонилась. Что не давали, сами отнимали силой. Полюдье закончилось, а княжеская дружина все еще была недовольна. Сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы нагие. Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь, и с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим малым: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит». И древляне, выйдя из города Искоростень, убили Игоря. Он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое. Древляне направили своих послов в Киев. Их предложение выглядело едва ли не издевательством. После жестокого убийства киевского князя они сватают Ольгу, вдову Игоря, за своего племенного князя Мала. На самом деле было это скорее не предложением, а требованием. Князь Мал победил и убил князя Игоря. Все имущество побежденного, включая жену и детей, теперь должно было стать собственностью князя Мала. Так говорил обычай, так было заведено веками. Когда в Киев явилось посольство, 20 лучших древлянских мужей с предложением Ольги выйти за князя Мала, дружина была готова, по слову княгини, взяться за мечи. Но вместо этого Ольга распорядилась, ничего не объясняя, копать глубокую яму на своем дворе. Когда-то, верно разгадав загадку, она стала женой князя. Теперь она вдова князя. Будет загадывать загадки сама. И Ольга сказала им: «Хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: не едем на конях, ни пеши не пойдем,
но понесите нас в ладье, и вознесут вас в ладье». По варяжскому обычаю человек ложился в ладью только в одном случае – на своих похоронах. Но древлянские послы не знали этого обычая. «И принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, спросила их Ольга, хороша ли вам честь? Они же ответили горше нам Игоревой смерти. И повелела засыпать их живыми. И засыпали их». Еще долго на княгинином дворе были слышны стоны заживо погребенных. Ольга же отправила к древлянам свое посольство со словами: «Если хотите, чтобы была вам княгиня, пришлите лучших людей, чтобы с великой честью пошла я за вашего князя, иначе не отпустят меня люди киевские». Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И натопили баню. И вошли в нее древляне и стали мыться, и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь ее от дверей. И тут сгорели все. Еще не осели на княгинином дворе хлопья сажи, как Ольга велела дружине готовиться в поход. Древлянам послала сказать: «Вот уже иду к вам. Приготовьте меды многие в городе, где убили мужа моего, и сотворю тризну по своему мужу». Тризна – ритуальное поминание умершего, предполагало не только пир, но и жертвоприношение. Но Ольга не просила приготовить жертвенных животных. Их роль должны были исполнить сами древляне. «И когда опьянели древляне, приказала дружине рубить древлян. И иссекли их 5000. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско на оставшихся». Князем после смерти Игоря считался Святослав. По обычаю, именно князь должен был начать битву первым, бросив копье. Но Святославу не исполнилось еще и 3 лет. Отец не успел посадить его на коня. Коня князю привел воевода. В доспех облачила мать. Тяжелое боевое копье маленький Святослав не удержал. Оно вырвалось из его рук и упало перед конем. Но обычай был соблюден, и воевода взревел: «Князь уже почал. Потягнем дружина по князе». Битва была недолгой. Древлянское войско бежало под защиту крепостных стен. Лето было на исходе. Ольга безуспешно вела осаду столицы древлян Искоростени. Древляне оборонялись с отчаянием обреченных. «Скоро пойдут дожди. Надо уходить». Но уйти без победы Ольга не могла. И в последнюю ночь лета, когда черное небо рвали частые зорницы, такие ночи называют воробьиными, решение пришло. Ольга сказала, что снимет осаду, как только возьмет по голубю и по воробью с каждого двора. Эту легендарную дань древлянская земля запомнит надолго. Навсегда. Ольга же, раздав воинам кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому тлеющий труд. И когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить птиц. И полетели те в свои гнезда. Голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И так загорелись, где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. Искоростень не возродится больше никогда. Отныне только Киев будет единственной столицей объединенных славянских земель. А Ольга с древлянского пепелища отправилась со всей дружиной в Новгород. Объездив все новгородские земли, осмотрев гарнизоны, посчитав города, деревни и села,
объявила новгородцам новые правила сбора дани. Ольга разделила все земли на погосты, то есть округи, с которых должен был собираться определенный размер дани – урок. Погосты получили свое название от постоялых дворов – погостьев, где останавливался князь с дружиной и куда нужно было свозить дань с окрестных земель. Это была первая в русской истории административно-налоговая реформа. Разделение на погосты существовало более 800 лет и было отменено только в 1775 году. Название «погост» еще долго сохранялось для крупных сел с церковью и кладбищем. Жажда мести сжигала Ольгу, а мстить уже было некому. Слуги вжимались в стену, когда она проходила мимо. А старые воины, закаленные в боях, рядом с ней молчали и опускали глаза. Она объезжала земли, осматривала города, распоряжалась, судила, казнила. И снова объезжала, осматривала, распоряжалась. Сутками находилась в седле. Боль усталого тела заглушал жар, который испепелял ее изнутри. Прежде она не видела таких людей. В глазах этого странного человека в черных одеждах не было ни страха, ни подобострастия, ни жалости. Было что-то другое, чего Ольга понять не могла. Как будто она заглянула в другой мир, где нет ни боли, ни злобы, ни даже самой смерти. С тех пор она стала иногда приезжать на греческое подворье, к церкви святого Илии. Пресвитер Григорий оказался родом болгарин. Говорил по-славянски непривычно, но вполне внятно. Иногда открывал книгу, которую специально для болгар много лет назад перевел с греческого на славянский монах Кирилл. И читал. «Вы слышали, что сказано древним? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Дикие, безумные, невозможные слова. Все ее существо противилось им. Она не могла понять, что за Бог, который позволяет казнить себя и не наказывает своих палачей, а молится за них. Как вообще Бог может умереть? «Бог может все», — отвечал пресвитер Григорий. И в груди шевелилась непонятная боль, как будто ее сердце, погребенное под горой пепла, снова было живым. Священник никогда ни о чем ее не просил, ни в чем не убеждал. Но у него всегда находился ответ на любой вопрос. Даже на тот, который Ольга еще не успела ему задать. «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Шли годы. Все ближе подбиралась старость. Сын Святослав стал взрослым, и Ольга с тревогой видела, что быть правителем ему скучно. Его интересует только оружие, кони, доспехи, боевые шибки. Князь должен быть в первую очередь правителем, и лишь потом воином. Ольга знала, что бывает, когда князь идет на поводу у дружины. Еще несколько лет Святослав войдет в возраст и станет князем. И что тогда? Бесконечные походы только расшатывают государство. Ольга размышляла об опыте других стран. Что держит тысячелетнюю Ромейскую империю? Почему эта огромная страна, населенная разными племенами и народами, не рассыпается? У пресвитера Григория был ответ и на этот вопрос. «Иисус же сказал ему:
Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. И я воскрешу его в последний день. Княжеский флот шел привычным путем из варяг в греки. Малое число кораблей и воинов ровно столько, чтобы защититься в случае нападения. Это был не военный поход. Ольгу не интересовала добыча. Она шла в самое сердце империи, чтобы получить то, чем эта империя живет. Воинам было не по себе, но спросить княгиню о цели похода никто не решался. Она, как обычно, ни с кем не разговаривала. Только шепталась иногда со странным человеком в черных одеждах, пресвитером Григорием с греческого подворья. Первый раз правитель Руси пришел в Константинополь не с войной, но с миром. Греки сочли, что Ольга явилась с дипломатическими целями – пересмотреть условия подписанного Игорем договора. Некоторое время ее корабли продержали на подходе к городу в заливе Суд – Золотой Рог. Прием был оказан самый торжественный из возможных. Он проходил в Магнавре, зале для парадных церемоний, предназначенном для приемов самых великих и значительных для империи иностранных владык и гемонов. После окончания приема, к немалому удивлению спутников Ольги, было торжественно объявлено, что в канун праздника Воздвижения Креста Господня в соборе Святой Софии патриарх Константинопольский проведет таинство крещения Архонтисы Росов по ее собственному желанию. При крещении Архонтиса Ольга получит христианское имя Елена. Блаженная Ольга, склонив голову, стояла и, как губка морская впитывает росу небесную, так учение божественных писаний в сладость принимала она от святейшего патриарха. Слезами творящего радость плача, она себя обливала так, что и землю омочила. И, поклонившись, припадая к ногам святого патриарха, говорила: «Душеполезные заветы, которые ты мне завещаешь, да исполню я по словам твоим, и да сохранят меня от сетей дьявольских и от козней лукавого молитвы твои, и благодать Божия да не оставит меня никогда». Княгиня же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения дому. И сказала ему: «Люди мои и сын мой – язычники, да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное, в Христа ты крестилась, в Христа облеклась, и Христос сохранит тебя и избавит от козней дьявола и от сетей его». И благословил ее патриарх. И отправилась она с миром в свою землю, и пришла в Киев. Крестившись сама, Ольга задумала крестить и всю свою землю. Но для этого нужны книги, церковная утварь, а главное – люди, священники и епископ. Патриарх же не дал ей ничего, кроме благословения. Время Ольги уходило. Святославу уже исполнилось 16, еще немного, и он станет полновластным князем. Христиан он не жаловал, поэтому Ольга не могла бесконечно ждать помощи из Константинополя. И она отправила послов на запад, к франкам. Государство Оттона I называлось Восточно-Франкское королевство и было самым могущественным из всех государств. Через несколько лет оно превратится в Священную Римскую империю, которая будет претендовать на роль главной покровительницы западного христианства. Западное и восточное христианство, Рим и Константинополь, к середине X века разошлись только в политической плоскости. Но церковь была едина.
Вселенская апостольская католическая церковь Христова. Княгиня Ольга, обратившись на Запад, собиралась поменять только церковную юрисдикцию, но не веру. Великий церковный раскол, разделивший церковь на римско-католическую и православную, произойдет только через 100 лет. И если бы Русь приняла крещение из рук Папы Римского, то история пошла бы совсем по иному пути. В 962 году Русь находилась в одном шаге от того, чтобы навсегда стать далекой восточной окраиной латинского мира. Епископ вернулся из Киева, не сумев преуспеть ни в чем из того, чего ради был послан, и убедившись в тщетности своих усилий. Некоторые из его спутников были убиты, сам же он после больших лишений едва спасся. Княгиня Ольга опоздала. В Киеве уже правил молодой князь Святослав Игоревич. И он не пожелал терпеть в своей столице никаких миссионеров. Святослав был уверен, что приняв христианство, неважно от греков или от франков, он мгновенно потеряет свой авторитет князя и воина. Потому что любой воин будет презирать того, чей бог родился в хлеву рядом со скотом и умер позорной смертью вместе с разбойниками. Такой бог Святославу не нужен. Ему нужны сила и власть. Святославу уже двое детей, и должен родиться третий. Не от жены, от наложницы, рабыни Малуши. Ольга уговаривала сына принять крещение. Но он и не думал прислушаться к этому. «Я познала Бога, сын мой, и радуюсь. Если ты познаешь Бога, тоже станешь радоваться. Он же не внимал тому, говоря, как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться. Она же сказала ему, если ты крестишься, то и все сделают то же. Третьему сыну князь дал имя Владимир, великий властитель. Он был уверен, что одержал верх в споре с матерью. Он считал, что само рождение сына было знаком, подтверждающим его, князя Святослава, правоту. Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям. Однако Ольга любила своего сына Святослава и говорила: «Да будет воля Божья. Если захочет Бог помиловать род мой и землю русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день.
Святослав готовился к большому военному походу, и мать он слушать не желал. Ее сын давно вырос, и вот он уходит в свой первый поход. А ей остается только молиться о том, чтобы вернулся живым. Святослав вернется. И лишь для того, чтобы снова уйти. 964 год. Поход на Вятичей. Святослав разгромил и присоединил к русскому государству последний из племенных союзов восточных славян, который никогда не был под властью Киева. 965 год. Поход на Хазар. После серии сражений хазарский каганат перестал существовать. 966 год. Поход на Волжскую Булгарию. Святослав огнем и мечом прошел по всей Средней и Нижней Волге. 968 год. Поход на Болгарию Дунайскую. По летописи Святослав разорил 80 болгарских городов. Разгромив Булгар, Святослав сел в Переяславце, городе в устье Дуная. Здесь ему нравилось. И он раздумывал о том, чтобы перенести столицу с Днепра на Дунай. А потом можно будет и дальше пойти. И быстрым был, словно парус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину и зажарив на углях, так ел. Не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины, и отправлял в иные земли со словами «Иду на вы». Из Киева чудом прорвался гонец и привез грамоту. Слова этой грамоты были горькими, как степная полынь. Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою потеряешь. Нас ведь чуть было не взяли печенеги, и мать, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих? Уже много десятилетий Киев не видел кочевников у своих стен. Войны шли далеко, в степи. Прежде натиск печенежских орд сдерживался хазарским щитом, но Святослав разбил этот щит. Когда князь уходил на Дунай, ему и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет совершить набег на его столицу. Город был беззащитен. При княгине оставалась только малая дружина. Дикая орда печенегов под стенами Киева вызывала панический ужас. Через несколько недель осады в городе начался голод. Еще немного, и киевляне открыли бы печенегам ворота, если бы не княгиня. Ольге удалось удержать город от паники и сдачи. Со дня на день ждали возвращения князя Святослава. Каждый день тянулся дольше вечности. И лишь когда со стен увидели, что печенеги спешно сворачивают лагерь, поняли, Святослав уже близко. Войско шло почти без привалов. Отправив дружину мстить печенегам за дерзость, князь вошел в город. Его встречали со слезами радости. Во двор терема выбежали дети и домочадцы. И только матери не было. Впервые в жизни Ольга не встретила сына. Войдя в ее покои, он испугался. На троне княгини в ее одежде сидела глубокая старуха. Осада Киева, волнение и страх за внуков исчерпали Ольгины силы. Она боялась теперь только одного, что не успеет дождаться сына. Дождалась. Святослав, как в детстве, положил голову ей на колени. И княгиня вдруг поняла, что плачет впервые с тех самых пор, как увидела новорожденного Святослава. Я
сказал Святослав матери своей. Не любо мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага, отвечала ему Ольга. Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь. Через 3 дня Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника. Тот и похоронил блаженную Ольгу. В крохотной церкви святого Илии смогли встать только самые близкие. Оружие при входе не снимали, но на этих странных похоронах мечи так и не покинули своих ножен. Священник болгарин что-то бесконечно долго говорил нараспев. Слова были знакомые, славянские, но их смысл был непонятен. На покойницу старались не смотреть. О том, что через час ее придется закапывать в землю, старались не думать. Сын беззвучно плакал в первый и последний раз в жизни. Один из внуков все отпевание глядел на огонек свечи перед собой. Долго-долго, не отрываясь, пока не потемнело в глазах. И лишь после этого он поднял взгляд на икону с изображением Пантократора. Через 30 лет после ее смерти внук князь Владимир велит перенести останки княгини Ольги в церковь Пресвятой Богородицы. Когда вскроют могилу, тело Ольги окажется нетронутым тлением, и это будет первое в русской истории явление нетленных мощей. В XVI веке княгиня Ольга будет причислена к лику святых равноапостольных. Вместе с Марией Магдалиной, просветительницей Грузии Ниной и греческой царицей Еленой, чье имя Ольга восприняла при крещении. Была она предвозвестницей христианской земле, как заря перед рассветом. Она первая из русских вошла в Царство Небесное. Ее восхваляют сыны русские, свою начинательницу. Ибо и по смерти молится она Богу за Русь. Проснулся внезапно, как от удара. Рядом кто-то был. Он не мог его видеть. Он вообще не видел ничего. Он был слеп. Он, князь Владимир Киевский, победитель, владыка, воин. Он бросил вызов самой Ромейской империи. Древний Корсун рухнул под его натиском. Ну что ему теперь вся слава мира, если он слеп? Рядом стоял некто, которого он не знал. Тьма начала редеть, как перед рассветом. В памяти всплыли слова, слышанные в далеком детстве. «Яко ты еси воскресенье и жизнь». Было же
же то в Будутинской Весе, когда княжичу Владимиру Святославичу отроду исполнилось 4 года. Играя на речном берегу, оступился он и упал в воду, в самую стремнину. И тащила его река, как щепку. И кричал он, и звал, но никто не слышал его. Неминуемой была смерть. Но на пути попался камень огромный, и уцепился он за тот камень, и тем спасся. Он долго сидел на огромном валуне, трясясь от холода и пережитого страха. И вдруг с мгновенной ледяной ясностью понял – он один. И если он хочет выжить, ему нужно рассчитывать только на самого себя. Трех лет от роду Владимир был отлучен от матери. Отца тоже почти не видел. Святослав непрерывно воевал. Братья Ярополк и Олег были не родными, только сводными. Его мать Малуша женой Святославу не была. Всего лишь наложницей, хотя и занимала высокое положение ключницы при дворе княгини Ольги. Формально Владимир обладал с братьями Олегом и Ярополком равными правами. Он был сыном князя. Фактически же слово «рабичич», «сын рабы», было клеймом. Единственным близким человеком при великокняжеском дворе для Владимира стал его дядя Добрыня. Вскоре после смерти матери княгини Ольги Святослав собрался в очередной дальний поход в южные земли, к границам Ромейской империи. Раньше, когда его в Киеве не было, государством управляла княгиня Ольга. Теперь ее не стало, и Святослав решил задействовать сыновей. Они еще не вполне повзрослели. Старшему было всего 13. Но при каждом имелись назначенные князем воеводы. В год 970-й Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян. Пришли новгородцы, прося себе князя. И сказал им Святослав: «Просите Владимира». И взяли к себе новгородцы Владимира. И пошел он с Добрынею своим дядей в Новгород. Новгородская земля, древняя родина, откуда много лет назад вышли князья Рюриковичи, казалась Владимиру дальним захолустьем. Он думал, что его отослали подальше за ненадобностью. Новгородцы виделись ему грубыми и шумными. Варяги из охраны были нищета нарядным киевским дружинникам. Угрюмые, заросшие бородищами, расписанные страшными узорами, увешанные амулетами. Владимир все пытался еще немного полюбоваться Киевом. И мечтал, как он когда-нибудь вернется в этот город. Взрослым, могучим, как отец. А за ним будет идти его несметное войско. Жизнь в Новгороде оказалась намного интереснее, чем предполагал Владимир. Какое там захолустье? На торгу пестрая толпа говорила на разных языках. Урмани и свеи с разбойничьими рожами, краснобородые иранцы в шелковых челмах, франки в бархатных плащах. Кого только не было. Владимир быстро привык к местным порядкам и жил с новгородцами душа в душу. Он самозабвенно учился у варягов боевому искусству, предоставив решать дела, будь они появятся, своему дядьке Добрыне. День Владимир сильно увлекся поединками. Добрыня трижды посылал за князем, чтобы шел, наконец, вершить суд. Ответчиком оказался мальчишка, едва ли старше его самого.
зарубил топором на торгу средь бела дня некоего пришлого человека. По новгородскому закону каждый, кто убьет неосужденного, должен быть казнен. Дело было яснее некуда. От князя требовалось только утвердить приговор. Но Владимир молчал, поглядывая на убийцу. А тот спокойно ожидал своей участи и не просил пощады. Убийцу звали Олаф. Родом норвег. Пришлось бежать из родной страны вместе с матерью и воспитателем. В море корабль захватили северные пираты Эсты и продали их в рабство. Хозяином их стал Клеркон. Обращался с ними крайне жестоко, а воспитателя, который был Олафу как отец, зарубил топором. Тогда Олаф был слишком мал, чтобы отомстить. После мальчика нашел дядя, новгородский дружинник. Выкупил из рабства и увез в Новгород. Много лет убитый воспитатель оставался неотомщенным. И вот сегодня Олаф случайно встретил на новгородском торгу того самого Клеркона и раскроил ему череп топором. Олаф был чем-то похож на него самого. Вот только Владимир вряд ли сумел бы с такой отчаянной отвагой отомстить обидчику. И князь заявил: поскольку убитый воспитатель был ответчику как отец, то убийство можно считать кровной местью. Закон не нарушен. Он, князь, повелевает ответчика от суда освободить и взять в младшую дружину. Владимир еще не знал, что спас от смерти человека, который станет его единственным другом. В это время за тысячи верст от Новгорода отец Владимира Святослав начал войну с Византией. Возглавляющий греческую армию опытный полководец Варда Фока избегал открытого сражения, уводя варваров вглубь империи. Святослав же считал, что греки трусливо бегут перед его войском. В 120 километрах от столицы Варда Фока остановился и дал бой. Силы были примерно равны, однако греки были на своей земле. Святослав слишком поздно понял, что его заманили в ловушку. Но отступать было некуда. И сказал Святослав: нам некуда уже деться. Хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми. Ибо мертвые сраму не имут. Станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то своих сами позаботьтесь. И ответили воины: где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим. Битва началась мощным натиском русских полков. Во главе войска плечом к плечу со своими дружинниками сражался князь Святослав. Русы бились с отчаянием обреченных, и это само по себе внушало страх. Только тяжелая конница сумела остановить бешеный напор варваров. Рубились до темноты. Но значительного перевеса ни с той, ни с другой стороны достичь так и не удалось. Еще год с переменным успехом шли бои, пока во главе греческого войска не выступил сам император Иоанн Цимисхий. После нескольких кровопролитных сражений русское войско было измотано до предела. И Святослав с Цимисхием вступили в переговоры. Согласно договору 971 года, русские должны были покинуть Болгарию, а греки обеспечивать все русское войско провиантом на 2 месяца. Русь и Византия заключали мир, становились военными союзниками и восстанавливали торговые отношения. Святослав со своим потрепанным и поредевшим войском, от которого оставалось едва треть, отправился в обратный путь. Он не знал, что Иоанн Цимисхий заключил договор о мире и взаимопомощи не только с ним, но и с печенегами, подкрепив его большим количеством золота.
Святослав в ладьях отправился к порогам и сказал ему воевода: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава. И взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Добрыня сказал, что отца больше нет. Эту минуту Владимир запомнит на всю оставшуюся жизнь. За смерть князя Святослава печенегам отомстил его старший сын Ярополк, князь Киевский. Он пошел на них походом и потрепал так, что печенеги даже согласились платить Киеву дань. Воеводой при Ярополке был старый Свинельд, ходивший в походы еще с его дедом Игорем и с отцом Святославом. Женой юного князя была Грекиня, бывшая монахиня из греческого монастыря, которую Святослав несколько лет назад привез из похода как пленницу и выдал за сына ради ее редкой красоты. То, что его жена христианка, Ярополка совершенно не смущало. В его окружении было немало христиан. Киев был в одном шаге от крещения. К Ярополку прибыли послы от Папы Римского, но миссионеры и папские послы ничего сделать не успели. На Руси началась война. Князь Олег совершал традиционный лов – загонную охоту в своих деревах, в Древлянском лесном массиве. Каково же было его изумление, а потом и бешенство, когда неожиданно он увидел мчащую через его лес чужую охоту. Олег был на своей земле, в своем владении. Появление здесь чужаков было не просто дерзостью, это было святотатством. Княжеский лов являлся священным действом, закреплявшим власть потомка небесных богов над землей и ее тварями. Люд Свинельдич, сын киевского воеводы, недвусмысленно показал Олегу, что считает его земли своими. Олег принял вызов. Со своими людьми он нагнал чужую охоту и перебил ее всю. До последнего человека. По закону Олег был прав. Но в Киеве тоже не могли просто так оставить это убийство. Свинельд, отец дерзкого Люта, был одним из самых родовитых бояр Ярополка. Узнав о гибели сына, он потребовал от Ярополка, чтобы тот шел войной на Олега. Ярополк отказался. Люд не приходился ему родственником, и закон кровной мести не действовал. А вот Олег был Ярополку родным братом. 2 года длилось противостояние князя и его воеводы. И в конце концов старый варяг Свинельд, исходивший пол Европы, переживший 2 князей, одержал верх над Ярополком. Весной 975 года киевская дружина вторглась в землю древлян. Олег, в свою очередь, собрал свою дружину и вышел навстречу Ярополку. Впервые среди Рюриковичей разгорелась междоусобная война. В первый раз. Брат пошел войной на брата. И исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город. Через ров к городским воротам был перекинут мост. И люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули Олега с моста в ров. Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата. И искали его, но не нашли. И сказал один древлянин: «Видел я, как вчера спихнули его с моста, и послал Ярополк найти брата. И вытаскивали трупы изо рва с утра и до полудня. И нашли Олега под трупами. Вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свинельду:
Смотри, этого ты и хотел. Свенельд молчал. Теперь Ярополк стал хоть и невольным, но брата-убийцей. По закону кровной мести ему должен был отомстить младший брат, Владимир. Война будет продолжаться. И если Свенельду повезет, князья истребят друг друга. Теперь оставалось только ждать, когда из Новгорода придет Владимир. Но он не пришел. Весть об этих страшных событиях дошла до Владимира через месяц. И теперь новгородскому князю предстояло принять первое в своей жизни самостоятельное решение. При этом выбора у него не оставалось. У Святослава было только три сына. Теперь один из них убит, и он должен быть отомщен. Так было заведено веками. Владимир вряд ли испытывал какие-либо теплые чувства к чужому, в общем-то, для него Олегу. Но это не имело никакого значения. Отныне Ярополк становился для него кровником. Жернова языческого закона кровной мести вращались неумолимо. Если Владимир хочет оставаться князем, если он хочет быть предводителем в глазах своих людей и, наконец, если он хочет стать мужчиной в своих собственных глазах, он должен мстить. Но летом 976 года в Новгороде его уже не было. Владимир решился на отчаянный шаг. Забрав с собой княжескую казну, немногочисленную челядь и верного Добрыню, он отправился за море. На носу Дракара сидели двое. Почти ровесники. Молодой новгородский князь и бывший раб, потомок норвежских королей, ныне его наперсник. Оба приближались к земле своих предков. К земле северных богов и героев. В эту минуту они оба, два изгнанника, плыли навстречу неизвестности. Путешествие сквозь все шторма уже подходило к концу, и они плыли мимо скалистых берегов норвежских фьордов. Справа по борту вдруг забурлила вода. Свинцовые волны понеслись по кругу, и разверзлась кипящая пеной бездна. Гребцы кинулись на весла и одним мощным рывком отбросили корабль подальше от того места, где кипящее море уже всасывалось в чудовищную воронку. Владимир содрогнулся, представив себя внутри этого водоворота. С каждым кругом все ближе к гибели. Говорили, что этот водоворот иногда выбрасывает то, что поглотил. Наверное, даже из этой бездны можно выбраться живым. Но для этого нужно решиться пойти навстречу смерти. Новгородцы не любили вспоминать о князе Владимире. Год назад он, будто побитый щенок, бежал за море, и никаких вестей о нем не было. Сгинул, наверное. Туда ему и дорога. Что это за князь, коли бежит от войны? В Новгороде правил посадник Ярополка Киевского. Жизнь шла своим чередом. И все бы хорошо, если бы не смутные тревожные слухи. Снова шалят урмани. В Варяжском море бесчинствует лихая ватага, грабит всех без разбора, и никакой управы на нее нет.
И когда промозглым осенним утром из тумана появились драконьи морды, город охватила паника. Дракары один за другим причаливали к сходням. На переднем стоял молодой конунг. Разбойничать вроде бы никто не собирался. Рослые молодцы один к одному, вооруженные до зубов, спокойно и уверенно высаживались на берег. Бережно вынесли женщину ослепительной красоты, с серебряной косой в руку толщиной, с налитыми грудями и огромным беременным животом. Раз конунг привез супругу, значит, желает обосноваться надолго. Новгородцы сдвинулись плотнее. Конунг обернулся, и Новгород ахнул. Это был пропавший князь Владимир. Вместо трусливого щенка вернулся молодой лев. Уйдя за море с горсткой людей, Владимир вернулся с многочисленной дружиной. Это были северные морские разбойники, викинги. Теперь Ярополка ждала война. Готовясь к большой войне, Владимир постарался заручиться могущественными союзниками. В будущем это станет характерной чертой Владимира-полководца. Не торопясь все продумать, тщательно все подготовить и лишь потом бить. Но бить уже стремительно и беспощадно. Охотников идти в войско князя Владимира нашлось в Новгороде немало. Приходили издалека, даже из муромских лесов. Князь готовил поход на Киев, и добычи ожидалось немалое. Огромное войско Владимира шло по древнему пути из варяг в греки, так же, как 100 лет назад шел на Киев Вещий Олег. Далеко впереди бежали слухи о князе, не знающем страха, не ведающем жалости. На пути из Новгорода в Киев, в земле Кривичей, стоял древний богатый Полоцк. Власть Киева на него не распространялась. Полоцкий князь Рогволод скандинавского происхождения был независим от Рюриковичей и никак с ними не связан. Когда Русь Северная пошла войной на Русь Южную, Срединному Полоцку предстояло сделать выбор. Каждый из игроков искал себе стратегического партнера для коалиции. Решение Полоцка с его выбором между Киевом и Новгородом определяло теперь весь расклад сил. Решение, которое могло обеспечить поддержку Полоцка, напрашивалось само собой. У Рогволода помимо двух сыновей имелась дочь на выданье. Звали ее Рогнеда. Осенью 976 года в Полоцк прибыли сваты и от Ярополка, и от Владимира. Обычно судьбу дочери решал отец, но не в случае Рогнеды. Отцовская любимица, она всегда делала только то, что хотела сама. «Пойду за Ярополка, а за Владимира не пойду», — заявила Рогнеда. «Не хочу разувать Ярабичича». Все знали, что мать князя Владимира была рабыней. Оскорбление было намеренным и публичным. Владимир с интересом наблюдал, как дядька захлебывается от ярости, рассказывая про Рогнедины слова, и думал, союз Полоцка с Киевом допустить нельзя. Дядька обижен — это плохо. Девчонка с Норовом — это хорошо. Добрыня не понимал, почему Владимир молчит. Может, не дослышал? Это она про тебя, княже, сказала, не хочу разувать Ярабичича. Что ж, быть посему, спокойно ответил Владимир. Коли не хочет невеста, не будем разуваться. И улыбнулся так, что Добрыню продрало морозом по коже. В княжеском дворце все стояло вверх дном. Вот-вот приедут послы из Киева вести Рогнеду на свадьбу с Ярополком. За окном послышались крики, топот копыт. Приехали. Рогнеда отпихнула девок, путаясь в разбросанных по полу сарафанах, бросилась к окну и отшатнулась. Во двор въезжали не киевляне, а косматые варяги, топча конями порубленных полоцких стражей. Владимир взял город и самого Рогволода захватил, и жену его, и дочь его, и был с нею на глазах у ее отца и ее матери. Потом отца ее Владимир убил, а саму взял себе женой и нарек ей имя Горислава.
Свадебный обряд разувания жениха означал признание невесты власти своего будущего супруга. Надменность Рогнеда и гнев Владимира превратили этот символический ритуал в чудовищную кровавую реальность. Изнасиловать девушку, заставив смотреть на это ее родителей, а по окончании муки хладнокровно их убить. Даже для безжалостного времени князя Владимира это было слишком. Полоцк был сожжен дотла, а земли княжества отошли Владимиру. Несчастная же Рогнеда, поруганная на глазах у своих родителей, не только станет законной женой Владимира, но и родит ему впоследствии 4 сыновей. Ко времени войны с Ярополком Владимир уже был женат и имел первенца Вышеслава. Многоженство на Руси, как и в других языческих землях, было вполне обычным явлением. Чем больше жен мог себе позволить человек, тем больше властью и авторитетом он обладал в глазах окружающих. Владимир набирал силу, увеличивался и его гарем. Личные же отношения Владимира с Рогнедой на протяжении всей их совместной жизни будут изобиловать крутыми поворотами. Обжигающая любовь-ненависть, скрепленная кровью, останется с ними на долгие годы. Родила Рогнеда Владимиру Изяслава. Имел к тому времени он уже многих жен, и стала она негодовать. Однажды он пришел к ней на ложе, и когда уснул, хотела она его зарезать ножом. И случилось ему проснуться и перехватить ее руку. Она же его попрекала. «Вот отца моего убил и землю его полонил, а теперь не любишь ни меня, ни этого ребенка». Он же повелел ей одеться в свое свадебное платье и сесть на чистой постели в хоромах с тем, чтобы казнить ее. Она так и сделала, но вложила своему Изяславу в руку обнаженный меч. Владимир же, придя, воскликнул: «Да кто думал, что ты здесь?» И бросил свой меч. И созвал бояр, и все им рассказал. Они же ему сказали: «Уж не убивай ты ее ради этого ребенка, но восстанови ее отчину и дай ей сынам своим». Владимир основал город и дал его им, и нарек его Изяславль. Когда Владимир подошел к Киеву, там уже знали о кровавой полоцкой свадьбе, и город хорошо подготовился к осаде. Но Владимир не собирался ни сидеть месяцами под киевскими стенами, ни пытаться их штурмовать. Он не хотел разрушать войной Киев, волшебный город своей мечты. Ему нужен был только Ярополк. Он отправил в осажденный город лазутчиков, чтобы поискали предателя в ближайшем окружении князя Ярополка. Продать своего князя согласился воевода Блуд, который с недавних пор занимал место Свинельда и пользовался полным доверием Ярополка. Владимир обещал Блуду место близ себя и наибольшие почести. Блуд убедил своего князя покинуть Киев, чтобы не губить зря ни в чем не повинных людей. И Ярополк с дружиной бежал в городок Родень. Князь Владимир торжественно, со вкусом, не торопясь, входил в Киев. Уже в воротах он вдруг вспомнил о своей детской мечте. Вернуться сюда взрослым, мужественным, могучим, как отец. И чтобы за ним шло его несметное войско. Все, что он когда-либо хотел, он получал. Любые его желания исполнялись. Он был избранником, любимцем богов. И кто смел ему противиться? Сказал Блуд Ярополку: «Видишь, сколько воинов у брата твоего. Нам не перебороть их. Заключай мир с братом своим». И согласился с ним Ярополк: «Так будет». И послал Блуд ко Владимиру: «Сбылась де мечта твоя. Веду к тебе Ярополка».
И пришел я на полк ко Владимиру. Когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под мышки. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Ну вот и встретились, брат. Ярополк даже не успел понять, что произошло. В глазах его плеснулось безмерное удивление, да так и осталось. Владимир свершил кровную месть. Он взошел на вершину власти. Что ж, он по праву может собой гордиться. Предателя Блуда на глазах у всего Киева Владимир щедро наградил и чествовал 3 дня. А на 4-й велел схватить его и судить, тоже публично. Изумленному Блуду князь сказал: «Я, как обещал, воздал тебе почести, как приятеля своему. Теперь же сужу, как изменника и убийцу господина своего». И отдал его палачам. Варяжские дружинники Владимира сочли это справедливым и от души посмеялись над разбойничьим остроумием своего князя. Они его обожали. Такой вождь, наделенный невероятной удачей, не знающий преград, гордость любого викинга. Теперь Киев, золотая мечта его детства, принадлежал ему безраздельно. Молодой князь твердо усвоил уроки своей тревожной юности. В конечном счете все решает только сила. Чтобы быть авторитетным правителем, необходимо воевать, и воевать успешно. За первые 8 лет своего правления Владимир совершил по меньшей мере 10 больших походов. Он воевал даже чаще, чем его отец. Но в отличие от Святослава, завоевание дальних земель не было его целью. Маршруты всех походов Владимира проходили по радиусам почти правильного круга, в центре которого находился Киев. К 985 году под непосредственной властью киевского князя Владимира Святославича оказались Киев, Переяславль, Любич, Чернигов, Перемышль, Туров, Полоцк, Смоленск, Псков, Новгород, Ростов, Муром, Тьму-Таракань, Белая Вежа. Ему платили дань племена ятвягов, веси, чуди, мери, вятичей, радимичей, линзян. Им были заложены города Суздаль и Владимир-Волынский. Во всех подвластных Киеву городах Владимир посадил своих наместников. Самых опытных и авторитетных из числа воевод, бояр, старших дружинников. Они не имели никаких связей с населением областей, которыми предстояло править, и были преданы лично князю Владимиру. Наведя порядок на земле, Владимир захотел упорядочить и высшие сферы. Он задумал превратить Киев в сакральный центр всех русских земель. На холме близ княжеского дворца было обустроено капище с огромными идолами. Богов для Перуного холма Владимир отбирал лично. Владимир обозначил роль в государстве светской и религиозной власти. По сути, это была попытка превратить верование в государственную религию, а установление иерархии божеств с Перуном во главе было первым шагом к единобожию. Но Владимир этого, конечно, не знал. Он утверждал свою власть и на земле, и под землей, и на небе. А чтобы никто не сомневался в абсолюте его власти, взял на себя еще и функции верховного жреца. Теперь все грандиозные жертвоприношения на Перуновом холме в присутствии всего населения Киева возглавлял лично князь Владимир. И все от мала до велика видели, как похож лицом князь Владимир на Перуна. Или это Перун похож на князя Владимира. Устраивал также раз в неделю пир в Гриднице, чтобы приходить туда всем боярам и всему народу, и воинам, и управителям, и лучшим мужам при князе и без князя. Бывало на тех обедах множество мяса, говядины и птицы, и дорогой рыбы, и овощей, и масла, и всего прочего, приготовленного руками, и питья.
вина разного и медов разных. Владимир хотел быть в глазах своего народа щедрым, как солнце, изливающее свет и тепло. Особенно важна была для него дружина. Каждый воин должен быть лично предан своему князю, и каждый должен чувствовать его отеческую заботу. Пусть даже этот воин сам годится молодому князю в отцы. Владимир всей душой любил эти буйные праздники. Он был молод. Он все делал с размахом и мощью. И воевал, и пировал. Он по всем статьям был победитель. А победитель получает все. Жизнь уже не тащила его, как щепку. Жизнь кипела хмельной пеной. Он черпал ее полным ковшом. Упивался ее сладостью. И жажда его становилась все сильнее. Был же Владимир побежден похотью женскою. Были у него жены. Рогнеда, от нее он имел 4 сыновей, Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и 2 дочерей. От гречанки имел он Святополка, от чехини Вышеслава, а еще от одной жены Святослава и Мстислава, а от болгарыни Бориса и Глеба. И наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, да 200 в Берестове. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растлевая девиц. О невероятном сластолюбии русского князя ходили легенды по всей Европе. А для киевлян мужская сила и темперамент Владимира были поводом для гордости, лишним доказательством того, что их предводитель всем князьям князь, который, может, и не человек вообще, а бог в человечьем обличии. Только сам Владимир знал, что и веселое буйство на пирах, и бесконечные плотские утехи, и грандиозные действия на Перуновом холме – все это лишь попытки заглушить непонятную мучительную тоску, которая с недавних пор постоянно жила в его сердце. И чем дальше, тем очевиднее становилось, что ни вином, ни жертвенной кровью ее не залить. Словно упала с глаз радужная пелена. Оказалось, что и громадные идолы, и пышные церемонии не нужны вообще никому, кроме разве волхвов. Посадские приходили на Перунов холм только по принуждению на официальные праздники. Многие дружинники, и варяги, и славяне, давно уже не верили ни в Тора, ни в Перуна, а верили только в свой меч и боевую удачу. На жертвоприношения являлись лишь для того, чтобы потом пойти на пир. Владимир словно волок в гору тяжелый и никому не нужный груз. И в глубине души, холодея, он все чаще понимал, что груз этот не нужен и ему самому. Даже самые близкие не желали участвовать в священнодействиях князя. Старый друг Норвег Олаф никогда не приносил жертв идолам, относился к ним равнодушно. Даже презрительно. Было в обычае часто сопровождать конунга в святилище. И однажды конунг говорил с ним, и Олаф отвечал: «Никогда не испугаюсь богов тех, что не имеют ни слуха, ни зрения, ни сознания. И из этого я могу сделать заключение, господин, какова их природа, что ты мне представляешься всякий раз с милым выражением лица. За исключением того времени, когда ты находишься там и приносишь им жертвы. И тогда ты мне всегда кажешься несчастным, когда ты там. И из этого я заключаю, что те боги, которым ты поклоняешься, должно быть, правят мраком». Летом 983 года князь Владимир вернулся из похода на Ятвягов. Победа была полной. Никогда еще киевским князьям не удавалось наложить свою руку на землю этого свирепого в бою литовского племени. Ятвяги отличались исключительным свободолюбием. Их земля располагалась в пограничье между Польшей, пруссами и западными полабскими славянами. Район являлся ключевым для всей Южной Прибалтики. Киевский князь, как всегда, действовал с дальним расчетом. На этой войне боги вновь оказались благосклонны к русам. В честь этого триумфа по обыкновению на Перуновом холме должны были быть принесены жертвы. Верховным жрецом у славян выступал князь. Владимир сам отблагодарит богов на им же выстроенном языческом алтаре. Но на этот раз
Перун остался ни с чем. И сказали старцы и бояре: просим жребий на отрока и девицу. На кого падет он, того и зарежем в жертву богам. Был тогда один варяг. Пришел тот варяг из греческой земли и втайне исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою. На него-то и пал жребий по зависти дьявола. И посланные к Федору, придя, сказали: сына твоего избрали себе боги, так принесем же жертву богам. И сказал варяг: не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Бог же один. Сотворил он небо и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну. И создал жизнь на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам. Если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы? И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Варяга во крещении звали Федором, его сына Иоанном. Разумеется, Владимир хорошо знал отца, знал и его подрастающего сына. Двор Федора стоял на теремном холме внутри крепостных стен. Федор был знатным человеком. Входил в Боярскую думу, бывал на княжеских пирах. То, что не участвовал в языческих камланиях, так не он один, многие не участвовали. Федор боярин был знаком и понятен. До этого утра. Поступок Федора христианина поразил князя Владимира. Нет ни готовности умереть. И решимости смерть Владимир в каких только видах уже не повидал. Поразил спокойной уверенностью в своей правоте. А в этом Владимир не ошибался. В людях он разбирался хорошо. Поразил Федора еще чем-то. Чем-то неведомым, но настолько огромным, что оно не умещалось в груди. Христианкой была его бабка, княгиня Ольга. Христианкой была его жена, грекиня Ярополка. Христианами были некоторые из его дружинников. Он знал христиан. Или не знал. Он хотел быть сильнее всех и стал самым слабым. Он хотел быть первым и стал последним. Он был уверен, что управляет своей жизнью. И теперь не знал, что с ним будет завтра. Он ослеп. Творец Вселенной. Всемогущий Бог стоял у дверей его окаменевшего сердца и ждал, когда его услышит разбойник, предатель и убийца. Князь Владимир.
киевский князь Владимир всегда добивался своего. Любой ценой. Не останавливаясь ни перед чем. В 18 лет он захватил власть в Киеве. К 20 годам заново собрал разрозненные русские земли и, добавив к ним новые, создал огромное государство. За 8 лет он совершил 10 победоносных походов, чем превзошел даже своего отца, великого воина. В свои 27 лет он еще ни разу не оказывался побежденным. Ему удавалось все. И как удавалось? Такого размаха и мощи на Руси еще не знали. Он собрал на своем дворе богов неба, земли и солнца. Он устраивал грандиозные жертвоприношения и сам был верховным жрецом. И вот уже упираясь головой в небо, на самой вершине власти и могущества, после стольких блистательных побед, он потерпел сокрушительное поражение. Великого князя победил простой воин, варяг Федор, который предпочел умереть, чем отдать своего сына в жертву языческим богам. От всех других Федор отличался только одним. Он исповедовал христианскую веру. И это означало, что распятый бог христиан давал верующим в него огромную силу. Силу, неведомую язычникам. Время старых богов заканчивалось. Новое время властно требовало веры в единого Бога. К концу X века Русь оставалась едва ли не единственной языческой страной Евразии. К юго-востоку от Киевской Руси простирался мир ислама. К востоку лежали земли сокрушенного Святославом хазарского каганата, религией которого был иудаизм. С запада Русь граничила с западным христианством. Датский конунг Харальд Синезубый крестился в 960 году, польский князь Мешко I – в 966 году, и тогда же чешский князь Болеслав II Благочестивый. Еще через 12 лет западными христианами стали вчерашние кочевники-венгры. К югу от Руси лежали владения Византии, носительницы восточного христианства. К юго-западу располагались земли Болгарии и Сербии, к тому времени уже давно принявших от Византии православие. Владимир позаботился о том, чтобы купцы разнесли по всем окрестным землям весть о том, что князь Киевский готов отказаться от язычества. И теперь ждал отовсюду проповедников, которые будут перетягивать его каждый в свою веру. Владимир не торопился. Он понимал, что от его выбора зависит судьба его страны. Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету». И благосклонно выслушал имамов из Волжской Булгарии. Расспросил об установлениях шариата. Дружина и бояре Владимира знали, что вера в Аллаха – это вера победителей. Князю понравились простота и строгость арабской веры, но не понравился запрет на свинину и вино. Имамы были ошарашены легкомыслием князя. Конечно, это была лишь отговорка. Великий каган всех славян попросту не захотел чужого. Слишком непохожего по культуре, обычаям, по всему складу жизни на жизнь его народа.
Неистовая и страстная вера мусульман, рожденная в раскаленных аравийских песках, показалась ему неподходящей для лесных просторов русской земли. Потом пришли немцы из Рима, говоря: «Пришли мы, посланные папой. Наша вера — свет. Кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц, и все, что дышит». Сразу же насторожило упоминание папы как посредника между ним и Богом. Необходимость признать над собой чью-то власть в земных делах его не устраивала. Но он хотел понять суть христианского учения, и поэтому сразу же задал главный вопрос. «В чем заповедь ваша?» Латинские миссионеры были наслышаны о неудаче мусульман. И с готовностью предложили Владимиру то, что с их точки зрения было для него наиболее привлекательно. «Пощение по силе. Если кто пьет или ест, то все во славу Божию», как сказал учитель наш Павел. Владимир был разочарован и отказал им без объяснения причин. «Идите обратно, так как отцы наши не приняли этого», невежливо намекая на то, как его отец Святослав изгнал из Киева посольство Папы Римского. Услышав об этом, пришли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля». Заносчивость мудрых раввинов Владимира покоробила. Очевидно, он уже знал кое-что о судьбе еврейского народа. И сразу задал самый болезненный вопрос: «А где земля ваша?» Иудеи ответили: «В Иерусалиме». Владимир беспощадно уточнил, точно ли там. Раввины вынуждены были с болью признать, что земли у иудеев нет, ибо Бог разгневался на свой народ и рассеял его по лицу земли. «Как же вы других учите?» – свысока укорял их Владимир. «Когда сами отвержены от Бога и рассеяны. Или и нам того же хотите?» Однако ни особенности древнейшей в мире религии, ни отношения Бога со своим народом киевского князя не интересовали. Израиль погиб под пятой Рима, а иудейскую Хазарию разбила Русь. Вере иудеев принадлежало прошлое. Владимир жаждал религии будущего. Затем прислали греки к Владимиру философа. Он же сказал: «Если хочешь послушать, скажу тебе с самого начала, чего ради Бог сошел на землю». Византийский философ не стал говорить об обрядах и законе. Он сразу развернул перед киевским князем невероятные пророчества о пришествии Сына Божия, исполненные Христом. Пересказал Евангелие так, будто сам ходил рядом с Иисусом. Слушая философа, Владимир вроде бы начал понимать что-то о христианах. Но самое главное оставалось недоступным.
Как это возможно? Бог всемогущий и беспредельный. Как может он стать настолько слабым, чтобы дать себя казнить мучительной и позорной смерти? Разве он может умереть? Грек отвечал: «Бог может все». В палате сгустилась тишина. Владимир долго молчал, тяжело с напряжением раздумывал. Наконец сказал философу, что все его слова сложил в сердце, но хотел бы еще подумать, посоветоваться, еще раз испытать разные веры. Никто не знал, что Владимир уже принял решение. Однако все должно быть устроено так, как будто это не личный выбор князя, а коллективное желание государственных людей. И Владимир продолжил свою многоходовую игру, которая называлась «Испытание веры». Созвал Владимир бояр своих и старцев городских и сказал им: «Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь поистине все разузнать, то ведь имеешь у себя мужей. Послав их, разузнай, какая у кого служба и кто как служит Богу». Владимир отправил посольство в Волжскую Булгарию, Священную Римскую империю и Византию. Послы должны были побывать на богослужениях ислама, западного и восточного христианства и описать князю свои впечатления. Во главе посольства, отправленного в Константинополь, стоял Олаф Трюгвасон. И это тоже было не случайно. Владимир знал, что Олаф не верит ни в богов, ни в духов, и что он равнодушен к внешней красоте обряда. Но впечатления послов превзошли все ожидания Владимира. «И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему. И не знали мы, на небе мы уже или еще на земле. Ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой. И не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми. Не можем мы забыть красоты той. Ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь жить». Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы бабка твоя Ольга крещение, а была она мудрейшей из всех людей. Это было именно то, что Владимир и хотел услышать. Он знал, какое богослужение произведет самое сильное впечатление. Ни в Волжской Булгарии, ни в Германии даже близко не было таких грандиозных храмов, как София Константинопольская. Храм Святой Софии в Константинополе был построен при императоре Юстиниане в VI веке. И на протяжении тысячи лет, вплоть до строительства собора Святого Петра в Риме, оставался самым большим храмом в христианском мире. Его длина 75 метров, ширина 68 метров. В таком пространстве поместились бы 150 киевских дворов и не менее 400 языческих капищ. Расстояние от пола до вершины центрального купола более 55 метров. Диаметр купола 31 метр. И все это пространство было наполнено светом. Мрамор, стены, мозаики на золотом фоне, колонны из порфира, малахита, зеленой яшмы, драгоценная утварь, сияющая самоцветами, тканные золотом парчевые ризы духовенства, штат которого насчитывал более 500 человек.
Византийская империя была самой мощной и богатой из всех европейских держав. И вот уже более 500 лет ее мощь держалась на православном христианстве. Именно такой рычаг и нужен был Владимиру. Но он хотел получить веру не как милостыню из рук империи, и даже не как дар, а как добычу. Момент для этого был самый удачный. В Византии на фоне тяжелой войны с арабами и болгарами шла ожесточенная гражданская война. И дела императора были очень плохи. Гражданская война в Византии – это десятилетняя смута, происходившая в начале правления императора Василия II Болгаробойца. Мятеж сразу двух высших военачальников – Варды Склира и Варды Фоки. 14 сентября Варда Фока открыто провозгласил себя императором и во главе вставшей на его сторону армии выступил на Константинополь. За ним пошла вся провинциальная знать, видевшая в нем своего императора. К концу года Фока уже контролировал всю восточную часть империи, все морские порты Малой Азии и готов был взять в полную блокаду Константинополь. Царь Василий был озабочен Вардой Фокой по причине силы его войск и победы его над ним. И истощились его богатства, и побудила его нужда послать к Владимиру, царю русов, чтобы просить помочь ему в настоящем его положении. По договору 971 года, заключенного еще князем Святославом с императором Иоанном Цимисхием, русское государство было военным союзником империи. Вместе с миссионером-философом в Киев прибыло целое посольство, чтобы получить от Владимира военную помощь, в которой император нуждался как никогда. Владимир был прекрасно осведомлен о гражданской войне в Византии и об отчаянном положении императора. Он заявил послам, что окажет помощь только в том случае, если император согласится отдать ему в жены свою родную сестру, царевну Анну. Послы пришли в ужас. Это условие выполнить было невозможно ни при каких обстоятельствах. Если когда-либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен попросит о родстве через брак с Василевсом Ромеев, то есть либо дочь его получить в жены, либо выдать свою дочь Василевсу или сыну Василевса, должно тебе отклонить эту их неразумную просьбу. Анна была не просто царевна, но порфирородная, то есть рожденная в Порфире, особом покое императорского дворца, где рождались дети правящего императора. Порфирородные царевичи и царевны были окружены особым священным ореолом. Их судьбы мистически связывались с судьбой империи, и они не должны были покидать ее пределы. Единственная и нежно любимая сестра императора Анна была недоступнее луны. К ней уже сватались лучшие женихи Европы, в том числе сын императора Священной Римской империи. И все неизменно получали отказ. И вот теперь Василий II должен отдать ее известному своим неистовым женолюбием северному варвару? Но просто отказать киевскому князю означало бы потерять так необходимую Византии военную помощь. Если его женой станет порфирородная царевна, князь Владимир не просто войдет в сообщество величайших государей Европы. Он окажется на самом верху этой иерархии. Он – сын рабыни, который каких-то 10 лет назад позорно бежал от собственного брата и совсем недавно управлял от силы тремя городами дикой лесной страны на задворках Европы. Естественно, этот брак был невозможен, пока киевский князь оставался язычником. Владимир выразил готовность креститься и теперь ждал ответа из Константинополя. Ответ пришел очень быстро и вызвал всеобщее изумление. Император Василий принял условия князя Владимира. Согласился выдать за него сестру. Согласился заочно стать ему крестным отцом. Согласился послать в Киев священников и епископа, согласился на все, лишь бы получить военную помощь. Любимая сестра, царевна Анна,
оказалась всего лишь разменной монетой в этом торге двух правителей. Когда-то греки переиграли его отца, князя Святослава, что стоило ему жизни. Владимир не собирался повторять ничьих ошибок. Он заранее все просчитал и намеревался использовать в своих интересах всю веками отточенную мощь и хитрость византийской дипломатии. А пока, во исполнение договора, Владимир отправил значительную военную помощь императору Василию, будущему родственнику и крестному отцу. Когда было решено между ними дело о браке, прибыли войска русов и соединились с войсками греков, которые были у царя Василия, и отправились вместе на борьбу с Вардою Фокою, морем и сушей, и победили они Фоку. Русское войско помогло грекам переломить ход гражданской войны. Теперь император должен был выполнить свои обещания. Владимир ждал приезда царевны Анны, дочери и сестры византийских императоров Македонской династии, своей будущей шестой по счету жены. Однако прошла весна, за весной прошло лето, наступила осень, а невесты все не было. К исходу осени Владимир понял, что его обманули. Греки получили русское войско, но выполнять свою часть соглашения явно не торопились. Анна отвергла Владимира, как когда-то это посмела сделать гордая Рогнеда. Тяжелое оскорбление, которое можно смыть только кровью. И это означало, что Владимир мог наконец-то завершить свою хитроумную игру мощным и эффектным аккордом. Силой оружия получить от Византии то, что ему нужно. Киевский князь пошел войной на Корсунь, северные ворота империи, главную крепость и оплот Крыма. Город, который русские именовали Корсунь, а византийцы Херсон, изначально назывался Херсонес, от греческого Херсонисос, полуостров, и был основан в V веке до нашей эры как древнегреческая колония. В X веке нашей эры Херсонес представлял собой мощную крепость, считавшуюся неприступной. С севера Черное море, с востока залив, нынешняя карантинная бухта Севастополя, с запада залив, который сейчас называется Стрелецкой бухтой. Со всех сторон город был окружен каменными стенами до 15 метров высотой и от 3 до 10 метров толщиной. На самых опасных участках была возведена дополнительная боевая стена. С момента основания и до конца X века Херсонес пережил множество осад, но не был взят врагом ни разу. Владимир подошел к Корсуни с большим войском. Около 6000 человек на 200 ладьях. И быстро убедился, штурмом город не взять. Русы были сильны своим натиском в ближнем бою. Воины под его предводительством не раз побеждали в открытых сражениях. Но штурмовать многометровые каменные стены и башни им еще не приходилось. Владимир велел соорудить насыпь, чтобы по ней войти в крепость поверх стен. Но греки сделали пробоину в нижней части стены и через нее подкапывали насыпь, унося землю внутрь города. В течение 6 месяцев город стоял неколебимо. В конце концов, князь применил проверенный метод. Если враг не сдается, значит, дело решит измена. И вот некий муж-корсунянин пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду. Идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же тотчас повелел копать наперерез трубам. После 6 месяцев изнурительной осады рассчитывать на великодушие победителей не приходилось. Как и полагалось, Владимир отдал город своему войску на поток и разграбление. Воины грабили, насиловали и убивали. Громили, жгли и сметали все на своем пути. Это было их право. Вечное право войны. Никакой предводитель не смог бы их остановить.
Но продолжалось это недолго. Владимир перешел не брать чужое, а заставить отдать свое. До самой грандиозной, невероятной, ослепительной его победы оставался один шаг. Узнав о падении Корсуни и осознав, что угроза Владимира далеко не пустой звук, император предпочел более не искушать судьбу. Участь принцессы Анны была решена. Ей, нежному ангелу, парфирородной царевне, предстояло навеки покинуть родину. Ее синее небо, благоухающие сады, мрамор дворцов и отправиться в холодную страну сумрачных, непроходимых лесов. Анна твердо заявила, что лучше умрет, чем поедет на Русь. Но брат-император был непреклонен. Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию, а греческую землю избавишь от ужасной войны. Она же, обратив лицо свое к святой Софии, начала плакать, глаголя молитву сию. Господи, не оставь слез моих от противящихся десницы Твоей, сохрани меня. Господи, яко зеницу ока и крылом Своим укрой меня, ибо все Тебе подвластно, и слава Твоя в века. Аминь. Киевский князь Владимир Святославич мог торжествовать. Без преувеличения, это была самая крупная победа за всю его жизнь. Он пришел на берег теплого моря, к вратам тысячелетней Ромейской империи, и вот врата рухнули под его пятой. Он возжелал самую недоступную в мире женщину, и вот скоро она станет его женой. Слава князя Владимира и сила его превзошли все мыслимые пределы. И нет под небом ничего, что могло бы его остановить. Что почувствовал этот властитель, когда свет внезапно стал меркнуть перед его глазами? Слухи о буйстве и жестокости Владимира готовили Анну к самому страшному. Но когда спустя неделю плавания корабль Анны прибыл в Корсунь, она увидела перед собою жалкого слепца.
Великий князь Киевский был воином. И сейчас он не ждал пощады ни от судьбы, ни от людей. Но когда в своей кромешной тьме он услышал тихий голос Анны, то это был голос человека, который ему сострадал. И было такое у Владимира первый раз в жизни. Тихий голос невидимой женщины. Шелест тяжелого шелка. Еле уловимый аромат незнакомых цветов. Легкое, как крыло бабочки, прикосновение. Он хотел удержать ее, но не посмел даже пошевелиться. И он поверил ей мгновенно и безоговорочно. Как можно верить только в детстве? Трижды греческий священник с головой окунал князя в купель. И после третьего раза свет хлынул Владимиру в глаза. Но это был уже иной свет. И иные глаза. Он даже не сразу понял, что снова видит. Потому что важнее всего в тот момент было внезапное, как молния, осознание того, во что верят христиане. Бог. Распятый. Погребенный и воскресший, невозможный и несомненный, смертью победивший смерть. Он смотрел на Владимира и звал за собой. И непонятная греческая надпись стала теперь понятна Владимиру. Эти слова он услышал своим ожесточенным и измученным сердцем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И я успокою вас. Вчерашний завоеватель бродил по древней Корсуни. Еще вчера этот город был чужим и враждебным. Сегодня он стал его родиной. Местом рождения нового человека. Раба Божия Василия. Невесомые облака росного ладана плыли в искрящемся воздухе. Владимир украдкой взглядывал на стоящую рядом невесту. Явственно видел нежное сияние, исходящее от ее лица, подобно ликам ангелов. И увидел ясно лицо царицы и поцеловал ее. И венчался с нею, и полюбил ее больше всего. Была ведь она любима Богом. А чудо этого же и многие из дружинников в войске крестились. Владимир и Анна проживут в любви и согласии много лет. И даже смерть не разлучит их. Владимир заранее позаботится об этом. Он вывезет из Корсуни два мраморных саркофага. Спустя 22 года их гробницы встанут рядом бок о бок в Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве, возведенной на месте двора первых христианских мучеников Федора и Иоанна, в самом сердце новой христианской Руси. Придя в Киев, велел Владимир кумиров низвергнуть. Одних изрубить, а других огню предать. Перуна же приказал привязать к хвосту конскому и волочить его с горы по Боричеву к ручью, и приставил 12 мужей колотить его палками. И, приволочив, кинули его в Днепр. И сказал Владимир: если пристанет где к берегу, опихивайте его, пока не пройдет пороги. Тогда только оставьте его. Казнь и изгнание деревянных идолов были совершенно языческим ритуалом, знакомым и понятным всем, а потому действенным. Каждый год в каждом селении подобной казни подвергали чучело Масленицы, Костромы, Купалы, Ярилы, прощаясь до будущей зимы или весны. Плач и причитания подчеркивали уход божества в иной потусторонний мир, а главным путем на тот свет, согласно очень древней традиции, служила река.
Во время провода в Перуна киевляне должны были попрощаться с ним и с другими своими божествами, так как привыкли это делать прежде. Но теперь уже не на время, а навсегда. И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стояли идол Перуна и другие, и где приносили им жертвы князь и люди. И по другим городам стал ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Следующим шагом стало крещение сыновей князя и всех членов его семьи. Каждый мог прийти и полюбоваться великолепной церемонией. Княжичи крестились в источнике у впадения Почайны в Днепр, позже его назовут Крещатик. Все они получили новые христианские имена. Святополк был наречен Петром, Ярослав Георгием, Мстислав Константином, Борис Романом, Глеб Давыдом. Все эти имена часто встречались в византийской императорской семье. Киевский князь по праву считал себя ее неотъемлемой частью. Затем разослал Владимир посланцев своих по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». На следующий же день вышел Владимир с попами царицынами и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни, погрузившись, молодые же у берега, некоторые держали младенцев, а взрослые бродили. Попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость великая и на небе, и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Главным аргументом в пользу новой веры стал сам князь, изменившийся и словно переродившийся после крещения. Он принял новую веру искренне и горячо. Он не отделял своей личной судьбы от судьбы своего народа. Крестившись сам, он крестил Русь. Вскоре Владимир отправляет посольство в Константинополь и возвращает империи город Херсонес в качестве вена, традиционного для славян выкупа за невесту. После этого он немедленно распускает свой многочисленный гарем, причем заботливо устраивает дальнейшую судьбу каждой из своих жен и наложниц, замужество каждой вкупе с хорошим приданным. Строит во множестве храмы. Иностранные гости будут изумляться обилию каменных церквей в лесной по преимуществу стране. Добивается приезда из Константинополя в Киев архиепископа Леона, чем возвышает русскую епархию до уровня митрополии. Учреждает школы, закладывает основы книжной культуры. Уже через поколение этот посев принесет богатые всходы. Митрополит Иларион, Яков Мних, впоследствии преподобный Нестор-летописец Даниил Заточник. Эти люди положат начало великой древнерусской литературе. Выписывает из Византии многочисленных мастеров иконописи и архитектуры, чем готовит подлинный расцвет самобытного древнерусского искусства. Поражает современников размахом благотворительности. Отныне легендарные пиры князя Владимира могут посещать все без исключения. Для многих сирых и убогих это является буквальным спасением от голодной смерти. Тем же, кто по болезни не может дойти до княжеского двора, еду и питье привозят на дом. И так происходит не только в Киеве, но и в других городах. Во исполнение заповеди «Не убей» Владимир отменяет смертную казнь даже для опасных преступников. Высшим иерархам церкви впоследствии придется специально убеждать Владимира в необходимости карать виновных и брать грех на душу во имя спокойствия и процветания Богом вверенной государю земли. По-прежнему успешно сдерживает усилившийся натиск печенегов. На границе со степью начинает строительство огромной и протяженной засечной линии, закладывает цепь мощных крепостей, заселяет их выходцами с севера, устанавливает систему дозоров и формирует заставы богатырские. Эти военные реформы на столетия вперед определят для Руси стратегию борьбы со степью. Путем заключения династических браков своих многочисленных детей прочно входит в семью христианских государей Европы. И уже через одно поколение митрополит Иларион с гордостью и по праву напишет: «Ведь владычествовал он не в безвестной и худой земле, но в русской, что ведомо во всех наслышанных о ней
четырех концах земли. Чем сильнее болело сердце, тем горячее была его молитва. К концу жизни на старого князя каменной плитой легло одиночество. Он вдовел уже 4 года и успел потерять 2 старших сыновей – Изяслава и Вышеслава. А со средними было совсем неладно. Святополк, сидевший в Турове и женатый на польской королевне, замыслил мятеж против отца при поддержке своего тестя польского короля, но был разоблачен и заперт в темницу. Ярослав, княжевший в Новгороде, вдруг отказался выплачивать Киеву традиционную дань, то есть открыто выступил против власти Киева и киевского князя. Владимир понимал, что необходимо идти в поход на Новгород, на родного сына Ярослава. Чтобы предотвратить подобные попытки других посадников и воевод, чтобы не допустить смуты и распада Руси. И тогда он велел расчищать и готовить к походу дороги на Новгород, надеясь, что Ярослав устрашится и одумается. Ярослав устрашился и привел из-за моря варяжскую дружину, в точности повторяя юношескую историю самого Владимира. Отец и сын готовились к войне, любой исход которой был бы одинаково трагичен. Владимиру предстояло убить родного сына, либо взвалить на него тяжкий грех отцеубийства. Творца. В тьме бяху, дьявол служай бесом, но ты меня святым крещением просвети. Так и зверь бях, много зла творях в поганстве и живяки скотин. Но ты меня укрыти и доказа свою благодать. Слава тебе, Троице славим, Отче и Сыне и Святые Души. А чем я хочешь и казнить? Казни сам мне, Господи. Бесам не предашь меня. Господи, слава тебе, Боже. Бог не дал дьяволу радости. Владимир умер июля в 15-й день. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем. Бояре, как по заступнике страны, бедные же, как о своем заступнике и кормителе. И положили его в гроб мраморный, похоронили тело его, блаженного князя, с плачем. В народном сознании Владимир Киевский стал почитаться как святой почти сразу после смерти. Примерно через 300 лет, уже в 14 веке, произойдет его официальное прославление. И до сего дня в лике святых, равноапостольных, он почитаем как православной, так и католической церковью. Но все это будет потом. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его.
сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим», а отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».